Так, лейк, заезжаю, и что мы видим сразу, 35-ка. Военная машина, огромный хаммер, огромный. Военные едут вот на таких машинках красивых. С одного места на другое, то есть сегодня воскресенье. Я не вижу никаких погромов, все очень хорошо. Это частная. Это я сейчас по Линдейл. Если сверну следующую, возьму Николет, наверное. Там будет повеселее, там бизнесы всякие. Если мы будем смотреть на жилое, жилое никак не изменилось, все по-старому. Все жилые комплексы. Welcome to Lynn Lake. Отлично. Конечно, хоть даже брать уже чуть дальше на Линдейл пошли бизнесы. Да, есть надписи. Ну, как бы все миренько, ничего не сожгли. То есть полиция смогла удержать, и армия, протесты. Либо сами протестующие были более организованные. Хотя в каждой толпе найдется провокатор, кто захочет что-то подпалить, так веселее. Такие дела. Везде надписи. I can't breathe. Я не могу дышать. BLM. Я вот не могу понять, что это означает. И справедливость для Джорджа. Justice for George. For — это как бы означает, можно писать вместо букв цифру, оно звучит одинаково. Для. Justice for George. Если ехать дальше, все бизнесы зашиты полностью. Много людей на улице ездят. Я думаю, люди выехали тоже посмотреть, что делается. Это еще и у нас идет Линдейл. Линдейл и 28-я. Это все идет в даунтаун. Хотя вот апартменты, вот они не зашивались. И у них все нормально, все окна целые. То есть все мирно как бы проходит. По крайней мере этой ночью. Этой ночью. Здесь малое было сопротивление. В основном это было сопротивление большое было на Минихахе. Вот Минихаха, 55-й хайвей и Лейк. Вот там реально было жарко. Ну а здесь все тихонько. Вот. Ни одного окна разбитого нет. Все хорошо. И квартиры. Бизнес, конечно, весь зашился. Все магазинчики, рестораны. Все. Квартирные комплексы. Никто не зашивался. Слово такое «зашиться» как-то, не знаю, приобретает другие краски. Так, здесь уже частный сектор идет. Ну, как бы по блокам. Блок бизнеса, блок частного сектора. Дальше уже бизнес-блок будет идти. Вот. Стиралка, Coin Laundry, тоже зашитая. Вот красиво очень сделано. По-художнему подошли. Так же само по-художнему подошли. Вот на том. Не хочу камеру палить, за это можно схватать штрафик неплохой. Здесь
очень красиво сделаны все борды на этом магазине. И все. Дальше уже будет развилка на даунтаун. Сейчас я возьму на Friends, чтобы выйти. На Хеннепин там будет повеселее, потому что на Хеннепин больше ресторанов. Вообще на Хеннепин зажигают в основном пятница, суббота, воскресенье. Бары работают, рестораны работают, молодежи полно, девах. Причем, ну, симпатичных, я не скажу, что все американки там страшные, бля. Очень даже симпатичные белокурые тёлки. И причем, если считать Украина, вот симпатичная тёлка, бля, в Украине это все уже. Она без лимузина не подкатывает, здесь намного проще. Если у тебя более-менее подвешенный язык, то ты найдешь общий язык. Ты можешь, так сказать, сделать ее улыбающейся, так, make her laugh, то все будет нормально. Тоже зашито. Это у нас Хеннепин. Жду своего поворота. И посмотрим, что у нас на Хеннепин. Вчера было все мирненько. Только начинали зашиваться. Да, вчера начинали. Вот, в принципе, даром они зашивались. Я так смотрю. Вот, если посмотреть сюда, здесь, там зашито, а там нет. И вот где не зашито, не хватило у них этих бордов. И ничего не разбито. Все мирно было. Все мирно было. И погнали. Сейчас я возьму другую полосу. Опа. Так. Вот некоторые рестораны даже не зашивались. И все у них нормально. Или магазины. Что-то. Это магазин. Это банк вообще. Это вообще банк. Все четко. Дальше там зашито. Ну, где борды есть, то надписи, естественно, есть. На окнах никто не рисовал. Все нормально. То есть, есть провокаторы, которые палят все. Да, есть. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это плохо. Хорошо, это привлекает внимание больше и больше людей. СМИ, армия. Это вся движуха за $30, не, за $20 бил. Вот я не могу понять. Одна история есть, что кто-то принес чека фальшивого на 20-ку или 30-ку. И вторая история, что чувак дал $20 и их кассир нашел, что они фальшивые, и начал вызывать ментов. И с этого все понеслось. Так что, правда еще, вот вчерашняя... Что я снимал этого. Уже немного граффити больше появилось возле него. Все мирно, все нормально. Никакой паники нету. Заправка закрытая, конечно. Не дай бог здесь подпалить что-нибудь. Это будет капец. Будет большой бум. Вторая заправка, вот Speedway, та открытая почему-то. Вот Holiday решили закрыться. Speedway открытая. Speedway открытая. Так. Все мирненько. И хорошо. Так, сейчас найду момент, чтобы развернуться мне. Хочу поехать на Lake Street. Ну, короче, кто зашился, даже и надписей вон нет. Вон, люди, на бордах даже никаких и надписей нет. На одних нет, на других есть, но... А если бы никто бы не зашивался, то вообще никаких надписей не было. George Floyd, say his name. Вот, интересно.
Вот, конечно, вот на стекле понаписывали немного. Да, есть немного. Хотя на стекле это надпись, ничего страшного нет, берешь лезвие и все. Сходит аж на раз-два. Ничего страшного в этом нет. Вот такие дела. Так что не имеет смысла дальше еще показывать. Вот, к примеру. Все мирненько и хорошо. Ничего спаленного нового нету. Протез был этой ночью слабый. Если бы был бы более сильный протез, были бы провокаторы, которые начали бы палить. Но так как была полиция, была армия, то не так уж и все было, не так уж и ярко.